Привет, народ! Добро пожаловать на наши посиделочки. Все, выдаю всем по грамоте, по медальке, с печатью. Все, досмотрели вместе со мной Ведьмака до самого последнего эпизода. Молодцы, вытерпели. Говорим сегодня про 8-й эпизод 2-го сезона, который называется «Семья». Понятное дело, все, кто смотрели «Форсаж», наверное, немножечко блеванули в некоторых местах. Ну, что происходит, когда Геральт... Цири, сюда иди, сюда, мы твоя семья. А эти нет, мы твоя семья. Баба-Яга, нет, я теперь буду твоя родственница. Запутали меня немножечко, но надеюсь, вы уже посмотрели мою реакцию. Ну, спонсоры, конечно, посмотрели немножечко раньше, но сразу, давайте, раз мы уже заговорили за спонсоров, они тоже семья, наша семья, поблагодарим, спасибо большое. Спасибо всем, кто ставит лайки и так далее и тому подобное. Но вот спонсорам, вот отдельная толстая благодарность, она к нам особенно еще в нашу семью Юлия Баринова добавилась. Спасибо, Юлечка. Рада тебя видеть. Отдельная благодарность хранителям уголка, ламповым стражам, Алене, Риме, фрау Холли, Алене Кей, ну и, естественно, мастеру ключа Кириллу. Спасибо большое, ребята, за финансовую поддержку штанов. Ну что, классно было увидеть, что Мышавура вернули нам к этому эпизоду. Нам не только Мышавура вернули, ой, как я радовался, когда Каланты вернули. Прям... Хотелось еще и дедушку, конечно, Иста увидеть, но бюджет не резиновый, на всех не хватило, тем более видели, каких драконов там нам отрисовали, Василисков в этом эпизоде. Все деньги ушли туда. Но ходит, воспоминания, окунулась в свои воспоминания того самого дня, наверное, когда она в последний раз была счастлива. Что мы узнаем про эту Бабу-Ягу? Она любит впитывать вот боль, сожаление, горечь, и она за счет этого движется, это вот ее источник энергии. И здесь, естественно, она знает слабые места у человека, знает, что приносит боль, что приносит радость, и поэтому, чтобы заполучить тело молодое Цириллы, она погружает ее вот в это воспоминание. Мне так кажется, если бы она там сидела, у Цириллы этот день длился бы, наверное, бесконечно. С танцами, с пьянками, там еще непонятно с какими-нибудь непотребствами. Но в реале мы видим, она пошла, взяла тот самый кинжал, которым самого первого демона были грохнули, и пошла этим кинжалом корректировать ведьмаков. Одному рот на шее сделала, другому дырочку просверлила около сердца. Ну, это я пытаюсь этих маркеры ютубовские обходить. Но, конечно, жутковатенько было. Жутковато. Заполонила мозги девчонки и пошла. Ну, обрадовалась, тело молодое. Конечно, вот тут у меня такой вопрос. Смотрите. В 7-м эпизоде, когда Цирилла ехала вместе с Йеннифер на лошадках, Йеннифер говорит, ты ж осторожно, нам коняки эти еще живыми нужны. Здесь же пошли нахрен все коняки, едем прямо из Цинтры, прямо в Каэр-Морхен на полных парах. Ну, может быть, коняшки умеют телепортироваться, может, они взяли этот телепортал у Вариса и вместе с ним. Вообще, конечно, в последний... Я прекрасно понимаю, у нас динамика, развитие сюжета. И, ну, скажите, вот вы хотели бы сидеть и смотреть еще один эпизод о том, как Цири едет в Каэр-Морхен с этими гномами, краснолюдами и Лютиком. И Лютик при этом пьянствует всю дорогу. И как Геральт едет впереди Йеннифер, Йеннифер едет следом за ним, кричит, прости меня, дуру старую, а он едет на лошади весь эпизод. Никто этого смотреть не будет, естественно. Нам нужно было вот это накаление страстей. Конечно, конечно, может быть, было бы интереснее, если бы нам в конце показали, что Баба-Яга схватила Цири, утащила ее через портал, и Геральт вместе с Йеннифер успели в этот портал впрыгнуть. Но
Не знаю, сколько времени прошло, но ехать туда не близенько. Это вот ложечка дегтя такая. Но, тем не менее, пошла Цирилла ходить по замку. Замечательная декорация. Как всегда, вы знаете, да, что каждый эпизод – это своя декорация. В прошлом сезоне, в самом последнем эпизоде, все эмблемы, они были как будто сделаны из серебра, и вот их расплавили, и получился финальный такой вот, финальная эмблема, значок. Здесь же у нас показали вот как разные миры, они соприкасаются, преломляются, где-то заходят друг на друга, и потом очередная сфера просто влетела и разбила все к фигам. Смотрите, теперь все стало понятно. Я говорил тоже об этом, когда реакцию смотрел. Теперь, я так понимаю, ни у кого больше вопросов не будет, почему так поступили с Эскелем. Нельзя было взять просто какого-то ноунейма, превратить его в полулешего, и Геральт типа его укокошил, и все прям переживают. Ой, бедный ноунейм, что ж мы будем теперь делать? Нет, нам должны были показать какого-то очень важного персонажа и показать, что он изменился, стал другим, что есть возможность его спасти, но Геральт решил заступиться за Весемира и при этом убивает Эскеля. Вы понимаете, что чтобы вот этот баланс показать, что у нас Цирилла теперь изменилась, внутри нее находится какое-то зло, ее можно исправить, но при этом она вредит другим ведьмакам, там она вред... этот Эскель вредил только одному Весемиру. И Геральт уже меч зажег и прожег ему в пупок. А тут у нас Цирилла всех налево-направо своими Василисками пожирает, ручками машет, порталы открывает, и вместо этого Геральт, такая вот собака, ну, понятное дело, что своя рубашка ближе, Эскель не был ему детем предназначения, а Цирилла вот дитё предназначения, и поэтому он за нее заступается. Вот нам должны были показать вот этот вот баланс. С другой стороны, тоже, чтобы все другие ведьмаки поняли, что когда они избавились от Эскеля, они все такие, да, был другой способ, ты свое решение сделал. Теперь они оказались в той же самой ситуации, где им нужно решить, либо они укокошивают Цириллу, либо они избавляют ее от этого проклятия. Ну, понятное дело, для красоты, для массовки, для всей этой битвы, понятное дело, где лучше всего было провести эту битву? В Каэр Морхене. Кстати, ребята, если вам интересно, если вы сидите и переживаете, вот, нам не понравилось, как поменяли сценарий, не понравилось, то в понедельник на этом канале будет стрим с ватным либералом, где мы поговорим. Я слышу вас, кто-то говорит, почему ты так ругал «Игру престолов» за нелогичность персонажа. Мы поговорим об этом всем. Я расскажу, почему мне так кажется, в сериальном мире некоторые поступки персонажей именно уже были предначертаны к тому, что должно произойти, например, как та же самая Йеннифер, как я говорил в прошлом обзоре. Мы поговорим с ватным либералом. Вы знаете, у ватного либерала своя точка зрения, у меня своя точка зрения. И вот, если у вас есть какие-то вопросы, приходите. Я думаю, будет шут, и вполне возможно, у нас будет новичок. Узнаете в понедельник. В общем, ждите, готовьте вопросы, приходите туда, будете вопросы задавать. Мы постараемся, если вопросы с донатами, обязательно на них ответим. Итак. Лютик тут, конечно, знаете, как это, примочка к попе, потому что толком никакой пользы от него вот в данном эпизоде никакой не было. Он служил вот этим юмористической отдушиной. Знаете, да, что вот в последнее время во всех драматические сериалы, драматические фильмы, где
нужно, особенно Marvel очень любит этим пользоваться, нужна комическая разрядка. Нужен какой-то персонаж, который при всем драматизме будет носить какой-то вот дисбаланс, где-то, чтобы можно было передохнуть. Потому что представьте, если смотреть на протяжении 40 минут, как ведьмаки мочатся с Василисками, то там ты постоянно вот входишь вот в этот транс, и ты уже ожидаешь мочилова постоянно, и ты уже как-то... Уже не так это мочилово воспринимается. Но есть, когда вот этот переключатель на хихи-ха-ха, ты вроде бы немножко отвлекся, а потом тебя опять. Это как американские горки. Поэтому вот только для этого Лютика сюда и вставили. Потому что Йеннифер все могла бы сделать замечательно и без Лютика. Послала его, говорит, отнеси этот камень, который выпал из почек. Отнеси, пожалуйста, к Геральту. Он посмотрит на него, поймет, где добро, где зло. Он дает тепло. И тоже сидел там этот Лютик под столом. Толку никакого от него не было. Только ради комической разрядки. Оставим в покое немножечко битву. Поговорим об эльфах. Смотрите. В книгах у нас, понятно, было с какой-то Эли, все. Но для многих зрителей, не читавших книги, которые бы пришли, ну, с какой-то Эли, ну, разведчики, ну, вопрос там расизма, да. Это очень такая популярная тема, особенно среди людей расизм. Тут эльфы, расизма магический такой, скажем так. И... Блин, хоть бы опять Сичуба мне не прилетела за это слово. И в этом контексте, как бы, смотрите, для американского зрителя, если мы показываем другую расу, которая начинает воевать только из-за этого, вы понимаете, какая повестка идет на заднем плане? Что... Раса, которую потесняют, должны взять оружие и должны начать воевать. Смотрите. Просто вот держите эту мысль у себя в голове. Сериал, как ни крути, в первую очередь снимается на американскую аудиторию. И вы понимаете, что именно такое послание сделать сейчас нельзя. Особенно вот на фоне того, что произошло в 2020 году в Америке. Все, понимаете, да? Теперь, но если нам показывают политическую интригу, где рождается ребенок, и все хотят мира и покоя, хотят найти свою долину цветов, а сесть там и быть вот мирными эльфами, мы не хотим сражаться, мы не хотим брать оружие, а тут нашего наследника прям в постельке, прям в колыбельке, вот так вот нагло укокошили, все, вот это повод, уже повод идет не то, что нас притесняют как другую расу, а то, что убивают наследника у королевы. Это уже вот прям пощечина своего рода. И тут они вот поднимаются, идут, и она заклинание делает такое вот вообще чуть ли не библейское, когда в день Песаха прошел ангел и убил всех этих первородных мальчиков в Египте, да, вот примерно она прошла, пометила знаками дома, и потом раз, и все, и тишина в городе, и после этой тишины поднимается вопль и крик. Сделано красиво, и тут вот мы видим вот это озлобление, и именно поэтому они становятся вот этими скотели. Я еще думаю, почему я нигде не вижу бельчьи хвосты? Почему этих бельчьих хвостов нет? Скорее всего, эти бельчьи хвосты у них сейчас появятся вот со следующего сезона. Ну, мы о пророчестве чуть-чуть поговорим позже. Тут вот вся эта движуха. Прикольно было увидеть Каланте, любовь, морковь. Бабушка счастливая, я готова и с мальчишками тут танцевать. Лишь бы, бабушка, ты на меня не сердилась. Вот она попала вот в этот день воспоминания, и она как бы хочет, думает, может, она может исправить. Вообще мне нравятся все такие вещи, типа как эффект бабочки, да, когда ты, если бы ты мог прийти в какой-то момент истории и что-то изменить, и посмотреть, как бы это все развилось по-другому. Замечательно.
сцена между Фрингильей и Кагыром тоже очень интересная. Типа, я готов плясать по твою дудку, так что помоги мне все устроить. Мы знаем, что по книге в свое время Кагыр сидел в тюрьме. И Эмгыр его выпустил и дал ему второй шанс и говорит, ты посидел, надеюсь, одумался, и пойди найди мне Цирилу. Тут он вроде на свободе, что нам дали замечательный повод в конце этого эпизода, что типа они решили присвоить момент с младенцем себе, а на самом деле за этим всем стоял Эмгыр. Так, ну тут разговоры с Бабой Игой, понятное дело, прикольный момент был, конечно, когда она закричала и разрушила дерево, на котором висели амулеты, и что под ним находился обелиск. Соответственно, что этот обелиск находился давным-давно, дерево росло вокруг него и построили Каэр Моркин. Ну, боевка, ребята, красивая. Тут вообще ничего не сказать. И Василиски такие смачные были. Красотульки просто. В какой-то момент она даже выглядела как мать драконов, когда она стояла. И вот в этом моменте прям вот кадр, как будто бы сейчас Дракарис и пойдет палить. А, прикольненько. Мы там в комментариях уже смеялись, обсуждали, что с мадам Баттерфляй, что столько Василисков показывали, наверное, пытаются оправдаться за то, что в прошлом, в первом сезоне у них дракон был такой ущербный. Ну, правда, такая графика была убожеская в первом сезоне. Сейчас видно, что деньги подвезли, заплатили кому надо, что никто не растащил, что поручили людям с руками, они, у которых руки растут из плечей, а не из других мест. Замечательный. Василиски просто красота. Битва. Вы видели в моей реакции, я сидел тут на краю кресла. Это было очень круто. С моментом тоже Цирилы, когда она на балу и ее родители появились, где там сейчас попробуем найти, да. Момент с родителями, это, конечно, вот, ей належь, зеркало ей належь, как будто бы я про Гарри Поттера смотрю, который вот, все становится для нее в лучшем виде, даже лучше, чем в воспоминаниях, и папа, и мама, и... Кстати, мне интересно, неужели никто, вот, досмотрели, понятное дело, рассмотрите обзор, уже знаете, что Эмгыр, белое пламя, на самом деле он живой, и на самом деле он папа Цирилы. Что, как, неужели, если вдруг вы не знаете, тогда читайте книги, не знаю, насколько близко покажут, но мы знаем, что они тоже погибли в морской катастрофе. Но на следующий сезон, похоже, удерживают всю эту интригу, как именно Эмгыр прислал, кого прислал. Ну, по-моему, тут уже и ёжику понятно. Если Вильгефорд шпион, мы это видели еще в прошлом эпизоде, я не понимаю, почему до сих пор они этого Вильгефорца от нас прячут. Я вот до сих пор не понимаю. Какой в этом смысл? Если мы уже и так прекрасно поняли. Ну, там классно. И Лидию показали с этой... Заклинание наделала себе на лицо. Перестаралась. Ну, там тоже взывание к Цири. Иди на свет, девочка. Отринь свои плохие воспоминания. Ну, видно, что она ушла, мама вся в пепел рассыпалась. Но вы заметили, что папа, по-моему, в пепел не успел рассыпаться. Йеннифер, конечно, поступила круто. То, что попыталась доказать, что девочка ей тоже теперь важна. Готова была собой пожертвовать. И они переместились в другую сферу. И когда переместились в другую сферу, это, конечно, классно. Когда нам показали дикую охоту. Опять-таки, дикая охота, она нормально-таки водится. Это в последующих книгах. Здесь где-то что-то пытаются
ускорить. И та самая Баба-Яга, вечная мать, на самом деле никакая не мать, а на самом деле это мужик, всадник. И они ехали, пытались Цирилку забрать, но она вовремя успела их вытащить из того мира. Они успели вернуться, все хорошо, кучу ведьмаков перебили. Ну, типа, ну, это же Баба-Яга была, злой, злостный демон. В принципе, никто не виноват. И типа, Геральт, мы с тобой, Йеннифер, я тебе никогда этого не прощу. Но, по-моему, он вспомнил три галки, что он сказал, чтобы нам быть вместе, нужно что-то большее. И давай будем вместе ради Цириллы. Ну, понятное дело, что Цириллу тоже колбасит из-за того, что она понаделала. И она переживает, что... А что будет дальше? Момент с королями. Вот примерно точно так же, как и в книге. Только Тесаи среди них совсем не было. И... Похоже, что Тесая по книге предает Цириллу, предает Йеннифер, предает ведьмака, всех, и говорит, что нам нужно избавиться и от Цири, ну, подталкивает такой мысли, что и от Цири, и все, от всех, кто помогает. В общем, вот так. Вот этот момент, конечно, про который я говорил, тут уже можно было показать, что это вот это Вильгефорд сидит, потому что в первом сезоне мы видели, как он сражался на стороне Нильфгарда. Прикидывался, что я весь сражаюсь против Кагына, а потом пришел момент, и он, шпионская морда, поступил так, как ему хотелось. И понятное дело, что Эмгир подговорил этого Вильгефорца, а Вильгефорц послал своих напарников для того, чтобы они пришли и справились с невинным ребеночком. Этой же приносят Истрид. Решили эту историю так закрутить. Истриду дают немножечко больше внимания. Что именно он рассказал, что Цири это старшая кровь. Эти вспомнили пророчество, и типа, если я не могу иметь своего ребеночка, давайте мы сейчас удочерим, возьмем под наше крыло, найдем Цириллу, и она будет нашим спасением. У этих, у эльфов теперь новая повесточка. Все, быстро переобулись, и теперь будем помогать Цирилле. Очень классный момент, наконец-то, под конец нам показали Филиппу. Ну какая же она все-таки смачная, эта Филиппа. Может быть, она слишком дорого стоит, эта Филиппа, что денег хватило только на финальный эпизод, а все другое время в теле совы сидела. Но кекси-шмекси, конечно, ничего не говори, красавка, красавица. Тут момент такой, сидят, все сели на обрыве, кто-то подойдет, под зад толкнет, все, нет ни Цириллы, ни проблем. Ну и момент, конечно, что Эмгир всех перехитрил, самый умный, самый хитрый, у меня забрали дочь. Ну, что не говори, тут вот в этот момент, конечно, с актером, доспехи, все дела, ну прям как будто бы из игры персонаж вышел почему-то вот мне. Ребята, вот честно, у меня руки чешутся, я вот сейчас заканчиваю с вами обзоры. Руки чешутся запустить PlayStation и вообще начать с самого начала, чтобы посмотреть, есть ли где-то я в сюжетных линиях где-то что-то пропустил, начать сначала. Вообще было желание купить себе на компьютер эту игру, и потому что на компьютер с русской озвучкой есть, на PlayStation у нас невозможно русский язык скачать. А думал, может, на компьютер себе ту же версию купить. А может быть, на стриме попробовать собирать донаты, если насобирать... Вот есть желание вот засесть и играть с самого начала. Компьютер у меня позволит. Но я не знаю, в Твиче можно ли бы стримить Ведьмака. Там же и Тити, и Попы, и все на свете. Ну, в общем, главную интригу раскрыли, что... Белое пламя на самом деле это ее папа Эмгир.
пам-пам-пам, он же ёж, пам-пам-пам. Все, вот такая вот вам концовочка. Ну и в конце, надеюсь, вы посмотрели тизер к следующему сериалу, который должен выйти в этом году уже. Blood Origin. Как это? Кстати, тоже советую посмотреть. О, сейчас захват отключу. Советую посмотреть. Документалочка есть, как делали сериал. И со всеми трудностями, со всеми подходами, что не помнили, что включили в сериал, что не включили. Все, в принципе, вот это все мои мысли по финалу. Спасибо огромное, что были с нами. Спасибо огромное, что смотрели. Задавайте вопросы и приходите на стрим. Если где-то я что-то упустил, где-то о чем-то я не договорил, мы с вами обговорим. А на этом мой обзор, разбор дозора окончен. Всего хорошего. Пока.